В этом видео мы расскажем вам о турбобульяне типа 00 и 01. И вы увидите, что отапливать помещение бульяном гораздо приятнее. Печь бульян Везувий Классик типа 00 подойдет для обогрева небольших помещений объемом до 100 метров кубических. А тип 01 – экономный вариант обогрева для помещения объемом до 200 метров кубических. Бульян установлен на подставку с возможностью подключения вентилятора. Скорость нагрева помещения увеличивается за счет улучшенной принудительной конвекции воздуха. Воздух нагнетает вентилятор в нижний ряд труб, опоясывающих печь бульян. Нагретый металл стенок печи отдает тепло проходящему потоку воздуха, таким образом обогревается помещение. За счет давления нагретого воздуха потоки тепла от печи распространяются намного быстрее и дальше. Печь обдувается прохладным воздухом, и это предохраняет печь от перегрева. Вентилятор отключается при нагреве помещения до нужной температуры, и печь переводится в экономичный режим тления. Печь оборудована камерой вторичного сгорания дыма, в которую подается кислород через встроенную форсунку. Кислород нужен для пиролизного горения дыма. Форсунка втягивает кислород за счет тяги в печи при закрытых регулировочных шиберах. Новая конструкция форсунки разработана с невозможностью задымления при обратной тяге. Нашими разработчиками для увеличения КПД бульяна была создана дополнительная подставка под вентилятор. Также печь при сгорании топлива излучает инфракрасные волны, это тепло, которое мы ощущаем телом. Поэтому бульян изготавливается из листа металла для излучения волн и опоясывающих труб для конвекции. Маленький да удаленький бульян обогреет жилые помещения, промышленные объекты, гаражи, бытовки. Крайне экономная конвекционная печь намного дешевле, чем использование центрального отопления. Печь способна работать в течение 8 часов на одной порции дров 8 кг. Толщина металла печи 4 мм, а топка укреплена ребрами жесткости изнутри, дабы защитить печь от деформации. Это гарант того, что печь будет долго служить. В качестве уплотнителя дверцы топки мы используем стеклокерамический шнур, который намного долговечнее асбестового. К тому же асбестовые уплотнители не только быстро проседают, но и при нагревании выделяют токсичный для человека запах. Мы покрываем печь кремнеорганической эмалью, чтобы печь была дополнительно защищена от высоких температур.